Всем братский слам, с вами снова я, Дистри, и сегодня мы убиваем новое событие во Free Fire. И конечно же, друзья, перед просмотром обязательно поставьте лайк, подпишитесь на каналчик, ведь сейчас я постараюсь выбить как можно больше с максимальным, скажем так, с максимальной процентной ставкой. Скидочка первая наша полетела и... 99%, точнее алмазов, 99 алмазов, я считаю, это годно, друзья. Как вы думаете, годно или не годно? Если мы купим, например, давайте обновим, это 500, да, у нас? Давайте еще раз обновим, друзья, еще раз обновим. Ведь скидочка нам реально попалась очень годная, очень годная. Обязательно, братва, в комментариях напишите, кому выпала какая скидка. Давайте, наверное, возьмем вот это. Откроем потом. Поехали. Второй прокрут. И 75. Вообще шикарно. 75 скидочка, да? У нас получается сундук ждона ледяного дракона. А, нет, ледяного дракона мне нужен. Давай возьмем мы сундук мегалодон альфа. Возьмем. Также 50 штучек. Скорее всего, мы сейчас, друзья мои, обновим. Обновим, скорее всего. И, наверное, призрачный дракон. Давайте также постараемся купить эту прокачку для дракончика. 80! Не шутя, 80. Также, друзья, я бы уже потратил, наверное, целых полтора... Блин. А давайте обновим. Давайте обновим. Так, это у нас получается дракон, ледяной дракон, да? Так, а что, все? Тут больше такого, в принципе, наверное, да и нет, наверное, да? Призрачный дракон. Давайте возьмем 10. Также 100 алмазов. 100 алмазов у нас стоит. Ну и, блин, вот сейчас, друзья мои, если выпадет, конечно же, за один алмаз, это, конечно, будет бомба. Это будет бомба просто. Давайте попробуем. 55%. 55% на скидочка. И возьмем, наверное, мы... 5 инкубатора. 5 инкубатора возьмем купончиков. И давай сейчас, пожалуйста, нам 70 алмазов. Точнее, 70%. Это тоже, друзья мои, неплохо. Ну, 60. Давайте возьмем купончики. Так, ну и давай 1 алмаз. Все. Это просто нечто, друзья мои. Это просто нечто. 1 алмаз. 1 алмаз. Это жесть. Просто бомба. Ну, пожалуйста, напишите в комментариях, друзья мои, что лучше купить. Вот что лучше купить, как думаете? Я думаю, может быть, лучше набор взять или нет? А? Я думаю, что лучше нам взять набор, наверное. Или нет? Эмоции у меня все есть. Вот честно скажу, друзья мои, все есть. Вот этот набор у меня есть. Вот этот набор есть у меня. Обновим. Блин, да все есть у меня. Вот этот мне набор тоже вроде бы есть. Но даже если нет, он мне вообще никак не впечатляет. Вообще ни капельки. Наверное, такой, если купончики брать, наверное. Брать купончики. Ну давайте возьмем 5 купончиков. 5 купончиков возьмем. Ема. Ну это четко. Даже красиво, да? Красиво. Один купон. Точнее, один алмаз за 5 купонов. Годно. Все призы, да? Эта эмоция есть у меня. Эта эмоция у меня тоже есть. Это тоже есть. Ну и все. Наверное, больше тут нет смысла ничего, да? Ну да, больше тут покупать. Это тоже эмоция есть. Не, хорошо, друзья, что я себе ничего другое не купил. Я считаю, это нормально. Давайте посмотрим, сколько у нас улучшений, скажем так. Сколько у нас улучшений с оружием. А, нет, у нас, они же в этом, да? На складе. Лутбоксы. Давайте откроем. Откроем 10. 5, 10, даже 7. Хорошо выпало. Сейчас проверим, сколько нам не хватает до максималки. И мегалодончик. Мегалодончик тоже возьмем. Давайте пойдем в... друзья мои, у меня есть этот лутбокс. Хотя у меня этого дробаша нету.
Давайте попробуем. Пробуем. 24, 7 дней, 24, 24, 7 дней. Блин, обидно, конечно, что она постоянно ничего не выпало. Очень обидно. Давайте, АК-дракон есть у меня. Это у меня нет. Это навсегда тоже нет. Давай откроем. Так, тоже на постоянно ничего не упало. Ой, обидно, как обидно. Ой, обидно, как обидно. На... Чего, этого тоже у меня нету? Блин, тоже постоянно ничего не упало. Ну, АК у меня уже есть, в принципе. АК у меня, в принципе, есть. Давайте, ладненько, зайдем в оружие. Эволюцию зайдем и попробуем посмотреть, сколько у нас тут не хватает. До 7 уровня всего лишь не хватает 200 алмазов. Точнее, 200 купончиков. Таких, да, прокачки. Ну, что это годно. Так, с мегалодоном, точнее, МП-40 у нас. Говорю, мегалодон. Так, у нас не хватает, ну, тут больше, да. Тут 260. Так, и у нас получается дракон. Такой вот у нас дробашек. У нас всего лишь 55. Блин, офигеть, 55. Еще нужно 350. Грубо говоря, да. Ну, уже хорошо, уже хорошо. Спасибо Free Fire за такую скидки. За такие скидочки. Бомба, бомба, бомба. Пишите в комментариях, кому, какая выпала скидочка. Всем спасибо за просмотр. Всех люблю, всех обнял. Всем пока-пока.